Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас обзор на вот такое тесто, сытный городок, целый килограмм, целых 4 пласта, всего за 60 рублей из магазина Светофор. Вы представляете, 4 пласта, целый килограмм за 60 рублей, то есть полкило, как обычно бывает в пачке, это всего 30 рублей. Тесто у меня слоеное, бездрожжевое. Такое вот большое. Давайте сразу посмотрим состав. Так вот нам видно. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте его. Ну, как всегда, куча всего. Так, здесь у нас способ приготовления. Достаньте тесто из упаковки. Так, разморозьте до мягкости при комнатной температуре. При желании раскатайте там перед выпечкой яичным желтком. Там, короче, тра-та-та. Вот. Сейчас мы посмотрим внутри. Как будто по нему проехались. А, ну да, вообще-то, в принципе, пласты, но они, видимо, это размораживались чуть-чуть. Такие. Он мне еще замороженный. Ну, такой, кстати, выглядит он, ну, нормально. Вот. Сейчас он у меня разморозится, и я буду из него что-то очень вкусное готовить. Потом я вам покажу, что я приготовила, и расскажу, вкусно было или нет. Стоит вообще его покупать или нет. Ну, здесь как бы много, представляете, прям килограмм. Это классно. Так, первые у нас пошли слойки. Пласты, первый пласт было очень тяжело разрезать. Надо его резать, когда он еще холодный. Получается лучше так. Так, ну вот смотрите, что получилось. Это уже то, что осталось, я уже попробовала. Ну, вот этот вот поднялся. Он зашел в горячую духовку. Поднялся, но жестковатый. Все равно прям реально жестковатый. Тут еще помягче. Вот, может быть, постоит он. Но все равно сверху вот он нормальный, а вот тут вот внизу жестковатый. Запекались они на силиконовом коврике. Но все равно. Так, слойки. Это вот багет у нас, это совсем другой. Это мы влог снимали, готовили вместе с вами. Так, слойки, они просто деревянные. Мне кажется, ими реально можно забивать гвозди. Они очень поднялись быстро, но вот, чтобы так поджариться, очень долгое время, почти 45 минут прошло. Не знаю, жестковатые они, очень жесткие они, даже вот не продавливаются. Если вот тут продавливается, видимо, все-таки это тесто надо засовывать в горячую духовку, а не как я привыкла. Но с другим тестом всегда было все хорошо. Но тут, конечно, я даже не откушу. Она очень жесткая. Не знаю, там, видимо, за место масла, маргарина, там, я не знаю, что-то добавляют другое. Что-то так темно. Ну, короче, фигневое тесто, если честно. Мне совсем не понравилось. Даже вот они пролежали в мешке, все равно, они прям жесткие. Не буду больше покупать, но у меня осталась еще одна пачка. Не знаю, что-то с ней придумаю. Может быть, в горячую духовку так попробую. Или тоненькие палочки сделаю. Вот. Вот такие вкусняшки получаются. А, само тесто, оно сладкое. Это у нас пицца. Получается что-то такое, ну, нормальное тесто. Просто такое, среднее по качеству такое. Бывает, конечно, слойки вкуснее. И они, конечно, поднялись совсем по-другому. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Смотрите другие обзоры на продукты и на технику.